Приветствую вас, Мария. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Мне думается, в первую очередь, что вы здесь указали довольно мало информации относительно своего состояния. В том смысле этого слова, что да, у вас начались определенные определенные мысли, у вас безусловно эти мысли вот имеют место быть, это все понятно. Но откуда они, эти мысли? Вот в чем, на мой взгляд, должен быть вопрос, ключевой вопрос, точнее, вот, и это то, на что вам нужно обратить свое внимание, по сути дела, вот. Пока, ну вот так вот, исходя из того, что я могу вам сказать, да, пока, это то, что вы чувствуете себя несвободно, очень сильно несвободно. Вы себя чувствуете, то есть вас это, ну, тяготит. Беременность, вы боитесь чего-то, вот, так что тут нужно посмотреть, откуда началась тревога и навязчивые мысли. Проблема с дыханием — это ощущение свободы, на мой взгляд, вот, это то, что вам можно сказать, опираясь вот на то, что вы, на то, что вы написали. Больше, к сожалению, сказать особо ничего нельзя, вот, потому что мало информации, достаточно. Это то, что можно вам ответить. И, ну, исходя из вашего сообщения. Вот. На этом все, в принципе. Я бы рекомендовал срочно вам обратиться к специалисту, да, к психологу и поработать с своими чувствами, например, для того, чтобы разобраться. Тем, в чем конкретно ваша проблема. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.